Всем привет! Кому нужны растения из питомников, мы возим с краснодарских питомников растения, также с лавандовой фермы и других питомников. Берем только за доставку, на растения не накручиваем. То есть, как есть они по цене в питомнике, по такой вы их и покупаете. Платите только за доставку. Есть также у нас группа, в которой размещаем цены и растения. Ну и так далее. В принципе, можете писать мне в личные сообщения. И добавим вас и в группу, и по цене сориентируем, и скинем ссылки на также на группы лавандовой фермы. Да, Сашка? Брали на нашем входе из акционных растений, в которых участвуют эспиреи, и травы, и многолетники. И, конечно же, всеми любимая гортензия. Одну вот сегодня не успели выставить, сейчас покажу вам ее там, где она стоит, на площадке. Вот. Ну, в общем, подбираем для вас самое красивое, все и вкусное.